Фон хороший. Да. Потрясающий. Обалденный. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, пять, шесть, три, пять. Три. Поворот, семь и восемь. Степ. Oh.
Да. Все молчали. Валя жались. Подумала, Катя замолчала. Пожалуйста. Так, пожалуйста, вторую часть Мефизонского балета, второе. Рагу. Мишку на пол. 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Отсюда. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и Please.
Насколько тяжело, да, ручки положили вот так, никаким замком здесь быть не должно. Не дай бог, да, у вас пальцы просто отклонились. Да, ручки вы здесь отталкиваетесь от его плеч, то есть вот этими местами. То есть руками сами себе помогаете. То есть вам сейчас нужно положили ручки, сели, и отсюда прессом собрать ноги. То есть ничего не нужно. Партнеры посадили. Постарайтесь вынести ее вот на этих пяточках подножки вперед. Не наверх. Сейчас посадить и вперед. Партнерши прессом себя отсюда, да, отсюда. Во-первых, пресс держим, когда сидим, и когда выносим. Прессом себя вытаскиваем назад. Попой. Поехали. Ручки положите внизу. Положите рука на руку, да, не вешайте там. Рука на руку. Рука на руку. Положили, зацепились. 5, 6, 7, 8. Вниз и сели и поставили. Желательно на ноги. Да, партнеры. Сразу же. Да. И еще партнеры. Вместе толчок. И наверх, и вниз. И поставить. То есть у вас три раза вы уходите вниз. Три. Вместе и посадили, и немножечко спружините, поставите партнершу. 5, 6, 7, 8. Вниз и наверх, и вниз. Еще раз, партнерша, садимся не в области коленей. Мы с вами одеты, мы не в бане. Садимся до конца. 5, 6, 7, 8. Раз, и два, и три. Постарайтесь не сдавать вот таких звуков в процессе силуэта. Я понимаю, это все очень просто. Может быть, это 5, 6, 7, 8. Вниз, и наверх. И вниз. Когда партнерша села сюда, 5, 6, 7, 8. Вниз и прыг, и наверх. Что касается 5, 6, 7, 8. Вниз и прыг, и оп. 5, 6, 7, 8. Вниз и оп, и оп. Готовы? Кихи засунули себе куда-нибудь подальше. Поехали. 5, 6, 7, 8. Вниз и прыг, и оп. Партнерши, теперь, да? Что касается партнера, попробуйте вытащить ее вот туда. Это вот то, что у вас должно быть внимание. Да, то есть диагональ наверх. Что касается партнерши, да, ничего не меняется. Единственное, вы добавляете упор в руках. То есть вот этими местами вы продолжаете отталкиваться от партнера. То есть вы вылетаете всем корпусом и отталкиваетесь, держитесь на него. То есть не висите на нем, здесь вот. И то же самое, ни в коем случае не мах ногой назад, то есть вот это вот убираете, пресс. То есть попой летим наверх. Поехали. 5, 6, 7, 8. Вниз и прыг, и оп. К себе колени. 8. И оп, и оп. Партнерши, а теперь соберите, пожалуйста, ножки. Когда практически ноги, убирайте колено. Отсюда. Вытащите себя. 5, 6, 7.
аттракцион «Тающие слоны». Слоники. Пять, шесть, семь. Никто меня не слышит. Восемь. Раз, и два, и три, и три. Хорошо. Почти. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5. Сейчас попробую. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5. 6, 7, 8. Ага. До хруста, до хруста. Такое пропустить. Вас подвести, девушка. Облака из неведомой страны. Шедевр. Ребят, опять держать, не расслабляйте себя, окей? Натянули чуть-чуть руки к себе. Партнеры, у вас руки так и остаются, вот тут вот наверх. Сдаемся. Да, сдаемся наверх. А теперь сделайте так, чтобы у вас дырки не было. Полностью положили позвоночники друг на друга. Партнеры, подсядьте чуть-чуть под партнершу, чтобы ее попа была сверху на вашей пояснице. Да, и сделайте так, партнерши, да, выходите выгибаться, сделайте так, чтобы у вас спина была полностью. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, Сейчас порвут. Три, четыре. Медленно.
Снежа пошла ножки в голову сторону. Да. И оп! Да, руки перекатились. Руки должны остаться. Сразу, да. А так можно ходить один, потом второй. Можно не расцепляться, ходить так тут. У кого много мозгов, рекомендуется не прыгать. Эти уже усложняют задачу. Вот усложнили задачу. А. Давайте еще усложняем задачу. Лариса, еще усложняем задачу.